Всем привет, друзья! Сегодня у меня на обзоре маска уход для волос, увлажняющая с гиалуроновой кислотой от производителя Tresemmé. Написано, что мгновенный эффект будет, профессиональное качество и travel формат. Здесь удобная упаковка, можно будет открыть легко упаковочку. В упаковке находится 25 мг маски. Рекомендация. Также написано, как лучше применять маску. Нанесите на вымытые влажные волосы, оставьте на 3-5 минут, смойте и используйте один или более раз в неделю. При попадании в глаза тщательно промойте их водой. Также описан состав и производитель. Сейчас я открою упаковочку и покажу, как выглядит сама консистенция. Сейчас я открою маску и вылью вот в такую одноразовую посудину. Она даже белого цвета. Я думала, что она прозрачная. Ой, очень-очень-очень приятный аромат. Сейчас я вылью маску в одноразовую посудину, а потом продолжу снимать. Вот так выглядит 25 мг крем-маски для ухода за волосами. Консистенция у маски густая, очень приятный аромат. И после того, как маска попала на руки, я почувствовала, что руки стали очень-очень нежные. Поэтому я сейчас иду в душ, помою волосы и после расскажу вам свое мнение. На длину моих волос, они у меня достаточно длинные, вполне хватило 25 мг маски. Маска впиталась достаточно густо, плотно. Я волосы собрала в хвостик и спустя 3 минуты смыла. Волос отлично расчесывается, очень приятно пахнет, аромат остается после смывания. Волос, даже я не ожидала такого результата, потому что многие маски, которые я покупаю впервые, большие упаковки, они не дают того результата, который написан на упаковке. Эта маска меня очень порадовала, поэтому я однозначно ее рекомендую всем.